Чем заняться на самоизоляции? Один из ответов подготовила администрация городского округа. Для жителей создали специальный сайт с информацией, что можно делать, не выходя из дома. Химки дома представляет собой портал, где можно найти список магазинов и кафе, которые работают с доставкой, а также культурные и образовательные платформы. Напомню, в связи с распространением коронавирусной инфекции в Московской области действует режим повышенной готовности. Работа ряда предприятий и организаций ограничена. Общественные пространства закрыты. Жителям рекомендуют выходить на улицу только в случае крайней необходимости.